Привет, меня зовут Виктория, и сегодня я дежурная по городу. Начало учебного года близко, родители в стрессе, особенно первоклашек. В какую школу и какому педагогу их отдать? В столице большой выбор. Частная школа «Нововар» сегодня проводит открытый урок. Лучшие педагоги показывают, какие методики они используют, чтобы ученикам было интересно, и они полноценно развивались. Как проходят уроки в этой школе, какую программу они используют, и какие скидки предусмотрены в честь 30-летия независимости, узнаем в репортаже. Кто работал с программой ДЕДО 2.0? Я не работал, я с инструкцией работал. Вместо ручек и тетрадей, ноутбуки и наборы лего. Дети собирают различные модели. Увлекательно и полезно. Программа обучения в «Нововар» сильно отличается от обычной. Здесь уклон делают на научно-техническое развитие ребенка. Робототехника, шахматы, математика и программирование. Школа «Нововар» — это единственная школа, мы можем с гордостью сказать, в Республике Таджикистан. Уникальная методика обучения с техническим уклоном и профилированием ребенка с первого класса. Учебный класс у нас оснащен современным оборудованием, использование интернета, использование доски, использование ноутбуков. То есть урок будет разделен на несколько частей с использованием всех методов обучения по определенной теме. Школа открывает свои двери в первый раз, но стаж некоторых преподавателей составляет 30 лет. Они будут уделять внимание каждому ученику, ведь в компактных классах учатся по 16-18 учеников. В рамках школьной программы усиленный английский, регулярные уроки и раз в неделю занятия с носителем языка. Здесь есть секции по футболу, тэквондо и танцам. У учеников будут развивать и лидерские качества, публичные выступления, дебаты, работа в команде. Детей кормят два раза в день, утром и в обед, а за успеваемостью детей родители могут наблюдать онлайн на сайте школы. Школа новая, «Нововар» уже говорит о том, что будет очень много новшеств именно в современном плане. И хочется для ребенка хочется действительно хорошее образование. Я ходила, была во многих школах, и именно эта школа «Нововар» мне очень понравилась, и я выбрала, это мой выбор, я считаю, что я сделала правильный выбор. Ученики, которые уже несколько месяцев проходят подготовительные занятия в школе, уже довольны программой. Здесь я научился робототехнике, она мне больше всего нравится. Здесь мы отгадываем загадки на логику, решаем математические задачи, читаем. Школа открывается в канун 30-летия независимости, и в честь двух событий объявили скидки на 15%, 1690 сумуни в месяц. Они действуют до 9 сентября. Виктория Петрова, Бахриддин Давлятов, Азия Плюс.